Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Detol, и мы продолжаем играть в Clash Royale. Ребята, всем привет, у нас Clash Royale и новое обновление. Да, дорогие друзья, у нас прикольное обновление, появится какой-то королевский кубок, ограничение по времени испытания с особыми правилами. Можно участвовать первый раз бесплатно, и смотреть можно прямую трансляцию 8 ноября. Ну, ничего себе. Я, конечно, не знаю, сможем ли мы участвовать, но я думаю, мы, наверное, по арене ничего не пройдем. Хотя... мы постараемся, ребята, постараемся. Да, попробуем. Также появятся 4 новые карты. Давай посмотрим 4 новые карты. Вот они уже здесь высветились. Вот этот первый торнадо уже совсем скоро появится. И я надеюсь, он у нас будет, и мы сделаем обзорчик на эту карту, да? Да, обязательно сделаем, прокачаем ее, если она нам выпадет все-таки. Или купим даже. Да, или купим. Ну, то есть посмотрим, как это будет происходить. А также, дорогие друзья, очень крутая фишка появилась. Теперь в дружеских боях уровень карт обоих игроков будет повышен или понижен до правил турнира, чтобы игра была честной. Вот это вот, на самом деле, очень крутое обновление, и мы сейчас как раз и будем сражаться онлайн с нашими соклановцами, дружеские бои проводить. Да, ребята, у нас сегодня битва с подписчиками, с нашими соклановцами. Ну что ж, мы уже написали, что сейчас будем снимать видео, и уже сразу же, смотрите, покидали. А, нет, уже, наверное, не увидим, все друг с другом начали сражаться. Ну ладно, дружеский бой, да, дружеский? Поехали, предлагаем, кто же первый с нами сразится. Хопа, кто-то принял наш бой, ребята. Ого, мы сражаемся с Дэном. Дэн, привет! Привет, Дэн, красавчик, респект тебе. Смотри, у нас башня короля 9 уровня. И так, он Хога выписал, ничего, слушай. Ох, слушай, начал атаковать, мы что-то заговорились с тобой. Слушай, прикольные у него герои, на самом деле. Так, и мы его разнесли их. Да, давай теперь, попробуем. Ребята, теперь все честно, и теперь мы сможем нормально сражаться. Да, возможно, практически даже на равных, да? Ах, нет, слушай, ничего себе, он нормально так отреагировал. Так, хорошо, ладно, все круто. Так, что ж, давай Валькирию поставим. Ой-ой-ой, вот он пускает сейчас Хога, а это очень не круто, это очень не круто. Надеюсь, Валькирия сейчас всех там... всем надамажит. И быстрее-быстрее надо выносить. Ай-яй-яй-яй, теряем башню. Да, потеряли все-таки башню. Да, что-то мы супер, супер, вообще супер. Зазнались, ребята. Да какой зазнались? Надо признать, что мы еще далеки до совершенства, но тем не менее мы на 6-й арене уже. Да, ребята, пушечку у нас поставил. Ах, вот эти пушечки. Есть тактика, которую некоторый народ ставит посередке вот здесь пушку или башню, и, к сожалению, все, кто атакуют, идут сначала к ней, и это большая проблема. Ну-ка, давай, выставляй у нас Да, накопилось что-то много эликсира. Минута 36, слушай, да он быстренько вынес нашу башню, если честно. Так, отравляет, отравление, всех отравил наших. Хорошо, пока, двигаемся, двигаемся, давайте Хога выпустим. Давай в бой, беги, 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 дорогой, попробуем. Ах ты, что ж ты, о, слушай, нормально, нормально, давай, 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 бей, мочи. Ай, не успеет, не успел немножко Хог. Ну что так, ж, ребята, давай. Сразу же Валькирию ставим. Она сейчас нормально ему так вынесет его. Отлично. Ах, это пушка, опять эта пушка. Будем защищаться теперь. Видишь, все идут на пушку сразу, на башню. Да, идут. Да. Эликсир 2х, нам надо атаковать, защищаться и атаковать, давай. Как бы хорошо это говорить, защищаться и атаковать. Но, ах ты, слушай, он прям мощно так атакует по нам. Да, отбились. Давай попробуем, вот слева у нас одна толпа пойдет, а мы попробуем, ой, справа одну толпу, слева другую толпу, и прям вот с двух сторон, так сказать, подамажить. Атакуем с двух сторон, ребята, ну-ка, ну-ка. Есть минус одна, да, башня. Да, минус одну, секунд. Минус одну башню. Так, ну-ка, защищаемся, защищаемся. Так, отлично, с двух сторон атаковали, это было неплохо. И сразу же здесь Валькирий попробуем вынести. Так, Хога поставил, ах ты ж ты, хитрюга, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ах, слушай, отбили. Давай сразу запустим Хога налево и ускорение придадим. Давай. Ну что ж, давайте, ребята, попробуем. Так, нужно вынести. Нужно, обязаны. Внезапная смерть, и у нас дополнительное время. Так, несемся. Ах, он Валькирию поставил, ведьму поставил. Ничего страшного, ведьму мы сейчас отобьем, надеюсь.
Да, отбили ведьму. Хога налево нужно добивать. Да, ребята, добиваем. Ай-яй-яй, защищается, надо он. Ах, слушай, добил свои. Да, добил все-таки башню. Слушай, круто. Немножко мы проиграли, но ничего страшного. Ну, Дэн красавчик, да, молодец. Дэн просто красава. Молодцом, молодцом. Спасибо тебе за бой. Так, смотри, Влад 23, давай с ним сражаемся. Да, давай. Влад, мы с тобой идем сражаться, принимай наш бой. Влад, мы готовы, ты готов, тебе респект, удачи пожелаем, конечно же. Так, ну что же, как... Мы ждем немножечко. Да, давай подождем, что он предпримет, и пока что поставим колдуна слева. Я не знаю, дорогие друзья, мы используем сейчас нашу колоду, в принципе, мы достаточно успешно дошли до 6-й арены. Но уже... Да, ребята, мы не донатили нисколько. Это все честная игра, без всякого доната и без всего. Мы да. же сказали вам в предыдущих видео, что донатить будем только тогда, когда видосы будут забирать по 100 тысяч просмотров. Да, ну, может быть, посмотрим. Посмотрим, как все сложится, но пока что план такой. Ах, слушай, стрелами он хорошо зарядил, конечно же. Да, очень хорошо зарядил. Но... Слушай, Валькирия нормально тогда маг подамажила. Все, огонь, красавчик. Дальше ждем, что он будет делать. Ну-ка, обмен смайлами, ребята, происходит. Так, эликсир накопился, и поехали. Сейчас мы... Ах, он решил... Гиганта в помощь ему. Гиганта в помощь. Сейчас мы вот этих летающих собьем и отправим нашу бочечку. Да, это будет нелегко, конечно, гиганта так и завалить, но все равно. Попробуем, ребята. Тем не менее, у нас уже ведьма гасит башню. Да, ведьма уже там вовсю шарашит, и мы отправляем всадника, который сейчас, возможно, разнесет. Да, они вместе с магом разнесут слева. Опа! Отлично. Ребята, давай шикарно. Сразу же. Сейчас повышение. Не-не-не, сейчас попробуем прям подамажить конкретно по его башне. Мушкетер, ничего страшного с ним. Слушай, неплохо, да, так? Ах, 1500. Так, прям нормально вынесли, ребята. Ну-ка, защищаемся. Так, Хога поставил это... В принципе, отличный. Ах ты, слушай. Пропускаем мы башню, видимо, ребята. Не-не-не-не-не, подожди, какой пропускаем? Не должно быть такого. Ничего не пропускаем. Все отлично. Так, здесь нужно отбиться. Нужна еще защита. Так, и здесь мы попробуем вот так вот ее накрыть сзади. Она не... Он, наверное... Ух ты, слушай. Много сколько направил. По ходу дела мы башню потеряем. Да, башню потеряли, ребята. Сравнялся у нас счет. 2х эликсир у нас. Так, ну-ка, надо наступать, наступаем. Сейчас посмотрим, как он ход предпримет. И мы сразу же на главную башню, на его пойдем под эликсирчиком. Вот такой вот расклад попробуем сделать. Кто быстрее вынесет башню? О-о-о, я думаю, мы быстрее. Да. Есть, супер! Ребята, победа! Вот так вот тактика. Тебе респект, но вот тактически мы немножко, по ходу дела, лучше сыграли в этот раз. Да, спасибо за игру, ребята, спасибо. Влад, спасибо большое тебе. Так, кто? Патимейкер. С Патимейкером, кстати говоря, мы сражались уже. И сразимся еще раз. Патимейкер, привет! Респект, привет! Наш соклановец, все круто. Итак, что он будет делать? Да, в прошлый раз Патимейкер нас победил. Да. У нас матч-реванш. Попробуем вот такую массивную атаку сразу. Ой, пушка едет какая-то. Да, пушечка едет. Ох ты, слушай. Ничего себе, какая мощная. Это что она такое сделала? Неплохо, пушка нам надамажила, конечно. Слушай, она едет к нам. Да, я знаю, что она едет к нам. Но вот, по-моему, маг против нее очень хорош. И он тоже использует мага. Так, попробуем сейчас бочку выкинуть. Ух ты, что там маг наш как? Ах ты, вот так вот, зря использовал эликсирчик. Патимейкер, респект тебе. Молодцом, я вижу, ты купил себе пушечку неплохую. Что это за такое зубастенькое создание бежит? Это маленькие такие штуки. Хорошая так, игра. Отлично. Отличная игра, я бы сказал. Не то, что хорошая, а просто отличная. Так, ну что же, попробуем ведьму поставить здесь пока что. Она будет долго идти, а мы посмотрим, что он предпримет. Он бросает, но неудачно. Ну вот так вот мы в легкую просто отбились. Так, всадничка посылаем. Садничка посылаем и под эликсиром садник. Дамажит. 1700, давай, всадник. Ай, не успеет да. Немножко. Ой, у так, нас... вот это вот у нас проблема, потому что у нас слева и справа сейчас получается. Сейчас мы справа потеряем, по всей видимости, башню. Но, не знаю, нет, не потеряем башню, но вот слева тоже здоровячки вот эти могут неплохо надамажить нам. Так, нужно в помощь бочечку выбросим. Ну-ка. Давайте, держим, ребята, держим.
Так, минута 11 осталась и... Слушай, у нас башня на исходе, конечно. Да, реально, башня на исходе. Сейчас валькирию поставим и сразу же выносим. Ай-яй-яй-яй, вот это... Еще атака на башню, ну-ка. Да. Ах, ну что же. Взял он нашу башенку. Ах, вот здесь он вовремя выпустил летающих. Это нам вообще не в кассу. Воу! Гигант! Ну, патимейкер, ты, конечно, молодец. Патимейкер красавчик. Сейчас попробуем его. Ах, две башни наши вынесли уже. Ах, будет тяжело. Будет очень тяжело, я даже думаю. Да, 30 секунд осталось, ребята. Шансов у нас очень мало, но все равно будем бороться до последнего. Да! Сражаемся. Хотя бы одну башенку. Давайте, ребятки, ну нужно хотя бы одну вынести. Ну. Так, что там? Ай, 50 осталось хелса на башне. Всего же 50, да что ж такое-то. Все, 10 секунд остается. Конечно же, мы уже не успеем, но патимейкер вообще красавчик. Респект. Да, патимейкер, спасибо тебе за игру. Ты нас опять одолел. Да, но... Не добежала Валькирия. Кстати говоря, сражался с ним тоже в дружеском турнире и все-таки победил. Было такое, но все равно патимейкер пока что по победам гораздо лучше. Ну что ж, давай еще один бой, завершающий. Так, у нас Некит, да? Мы с Некитом не сражались, да? Не сражались. Ну давай попробуем. Давай Некит, попробуем. Привет. Ну что ж, ребята, готовимся к бою. Удачи тоже пожелаем. Так, стой, удачи. Так, давай мага поставим сзади, пусть он пока что справа. Так, он сзади идет. Тоже поставил подрывника, кстати говоря. Ну, это вот нормальная бежит. Тактика, многие так начинают бой, чтобы на разведочку немного пуститься и понять, что вообще происходит. Мы сейчас его максимум задамажим правую часть. Ах, он пеку выпустил. Это не очень хорошо. Слушай, мы, по ходу дела, сейчас вот тактически Мы теряем башню левую. Да, мы потеряли башню, тактически ошибку допустили. Но, что поделаешь, да, это игра. Так, еще вы и главную башню теряем. Ну, главную башню мы точно не потеряем. О, слушай, дракончик прикольный, кстати говоря. Так, против него неплохо справляет. О, слушай, он с принцем идет. Принц сейчас нам, конечно, навтыкает. Так. Да. Да, ребята, что-то мы немножечко здесь... И проигрываем-то. Ну, пока что отбиваемся. Пока что даже умудряемся отбиваться каким-то образом. Попробуем. Даже не знаю, что сейчас применить-то такое-то, а? Так, неплохо. Ждем. Валькирия давай почти подождем, зашла. Ждем, какую он использует карту. Я думаю, будет атаковать на нашем поле. Да, так да. И есть. Действительно, атакует на нашей поляне. Пытается сейчас потеряли мы башню. Ребята, все, конечно, это такой разгром небольшой. Но в то же время мы сможем сейчас, возможно, здоровичками-боровичками вот этими. Давай, второй. Эликсир используй. Да, под эликсиром. Ну, давайте, дамажьте. Да, добьем одну башенку, все. Есть, одну башенку взяли, ребята, минута у нас осталась. Так, минутка. Летит дракончик, у нас одна башня, двойной эликсир. Ну-ка. Какой же будет исход боя? Ой, кажется, очень плачевный. Да, конечно, будет очень тяжко. Он бросает еще и... ах ты, слушай, со всех сторон нас прямо атакует. Да, обложил нашу башню, ну, молодец. Да, вообще супер. Отличная игра, согласен. Но ничего страшного, я думаю, мы обязательно проапгрейдим наш скилл. И уже в следующий раз мы возьмем матч-реванш. Да, обязательно, ребята. Так что будьте на связи, мы в любой момент можем зайти и написать, что мы снимаем видео. И будем играть вместе с вами. Да, ребята, всем спасибо, до встречи и пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи!